Так, значит, небольшое видео для истории. Значит, вот вариант первого роликового насоса. То есть просто корпус вот был сделан. Вот он установлен со смещением. Видно. И вот что получалось, что вот здесь вот и вот здесь вот видно, как полость, то есть вот уменьшает свою геометрию. И вот в этих местах жидкость пытается поджиматься. То есть я пытался это как-то исправить вот такими вот выточками, вот, но тем не менее это все равно не дало нужного результата. Ну, дало, конечно, определенный результат, но не тот, что хотелось бы. Поэтому был изготовлен новый корпус. Ну, во-первых, сейчас он еще не до конца закончен, но суть его такова. Во-первых, патрубки под 45 градусов установлены, что уже более правильно. И самое главное, корпус становится соосно, соосно ротору. А для того, чтобы вот здесь вот сделать нужную вещь, вот была изготовлена вот такая вот деталюшка. То есть она у нас вставляется вот таким образом, она будет крепиться к корпусу вот здесь вот. И вот что теперь у нас получается, какая у нас получается геометрия. То есть вот эти вот щели, они здесь, и здесь, и здесь практически одинаковые. И только здесь получается вот происходит, как бы ролики будут убираться. То есть попробую сейчас провернуть. То есть вот он наш ролик. Вот он раз и заходит. Здесь то же самое. Оп. Оно не закреплено, но надеюсь, суть это сейчас не изменит. То есть вот раз, ролик зашел. Вот раз, ролик зашел. То есть вот он вот так вот. И оп, и заходит. Вот. Эти вот углы так сделаны, как раз, чтобы когда ролик заходил, он выжимал жидкость полностью, пока он напротив патрубка находится. То есть из этой полости выжимается все еще в тот момент, когда эта полость находится в зоне выхода. Таким образом у нас жидкость не будет нигде зажиматься, плюс вырастает рабочий объем, то есть производительность насоса должна, по идее, увеличиться немножко. Вот. Ну, то есть суть как бы такова. Вот примерно такая конфигурация. Но оказалось не так проблематично сделать эти все детали. Вот, и я думаю, что все получится в лучшем виде, то есть должно все работать. Вот. Единственное, конечно, что тут чуточку боковые зазоры будут побольше. Вот чуть-чуть они тут выступают. Хотя, если, ну, чуть-чуточку, да, есть такое дело, но немного. Короче, вот сейчас соберу, посмотрим, что получится.